Девушки, всем привет! Мы продолжаем янтарную волну, вторая часть посылки. И перед тем, как начать, хочу все-таки задать вам два вопроса. У меня лежит два комплекта, которые кто-то отложил. На вот этот комплект у меня очередь. Девочка очень просит ей отдать. Но у меня записано, что он был отложен. Свет поправлю. Это А1 и А2. Поэтому очень прошу сейчас в срочном порядке, кто его откладывал, сообщите. Иначе я его просто передам дальше. Это балтийские узоры, $61 серьги, $53 кольцо, белый родий. У меня, к сожалению, не записано, кто его отложил под видео, но написано, что кто-то из Израиля. Поэтому, девочки, пожалуйста, срочно мне напишите, потому что есть у меня на этот комплект клиент, который очень просит выяснить, что происходит. Это раз. Вопрос номер два. Тоже по комплектам с того же видео, если я не ошибаюсь, это были птички. Кто-то из девочек тоже попросил отложить. Это А5, кольцо и серьги. И А3, по-моему. Значит, птички зеленым янтарем. Тоже, девочки, кто просил, пожалуйста, отзовитесь. Все, а теперь мы пойдем по новинкам. Так, первый комплект на сегодня. Это тоже у них новинка. Янтарной волне я не видела раньше. Смотрите, как интересно сделан. Кольцо имеет размер 19, 6,78 грамм. Номера А54 это кольцо, А55 серьги. Цены $53 и $46. Масса серег 8,69. Здесь английский замочек. Вот такая вот швенза. И, соответственно, тоже, как вы видите, штифт припаян чуть ниже, что дает возможность серьге подпрыгнуть и прикрыть низкий прокол, у кого есть такая проблема. Значит, 19 размер кольца. Посмотрим, насколько это так и есть, да? Смотрите, очень даже здорово. У меня пока такой цвет ногтей. Я вам покажу весь молочный янтарь, который у меня здесь лежит. Так сказать, трэмпом. Поймаем оттенок. Действительно подходит. Вот такие вот интересные серьги и интересное кольцо. Хочу вам сказать, девушки, что на многие украшения можно докомплектовывать кулоны, но это нужно спрашивать и ждать в янтарной волне очень долго заказов. Сразу вас предупреждаю, у них это дело довольно-таки долгое. Вот такой красивый очень комплект. Я все еще в раздумьях по поводу поездки в Гданьск на янтарную выставку. Очень уж скоро, это 1 сентября, там 3 дня с 1 по 3 сентября. Я же как бы недавно только прилетела. Не знаю, насколько это реально, подумаю. Я посмотрела, кто участвует. В этот раз участвуют в основном Литва, Польша. Россия, разумеется, нету, ее вообще не представлено никак, Калининград. Немножко Италии, даже Китай, Болгария и Швейцария. Очень странно. Но это не те, кто добывает, а те, кто, вероятно, просто делает изделия, закупая янтарь. Украина, несколько предприятий будут представлены. Но в основном Литва. Да, очень интересно. Мне вообще в Литве очень понравился янтарь. Ну, посмотрим. Девчонки, я не знаю, как так получилось. Это
У меня лежит еще с прошлого раза. Это у нас было по скидке. И я вот что-то его сейчас вытащила внезапно. Кому интересно, я потом проверю цену. Не знаю, что у меня в коробочке оказался. 1688 – это наша галька, мы их называем. Серия галька. И довольно крупные длинные такие серьги. То есть очень объемные. Белый родий. Это балтийские узоры. Что-то они у меня тут. А7 номер. Как-то они попали. Между прочим, интересно было бы на ушах. Но это я уже, наверное, отдельно сделаю обзор с примеркой. Сегодня примерка не очень у нас получится по времени, потому что очень много изделий хочу вам показать. И если уже мы говорим про гальку, тоже было в прошлом видео. Вот такая пара белый роди, они помельче. Девчонки очень любят эту модель. $57. Она была тогда по скидке в $10. 47, соответственно. 7.80. Номер А9. Все, теперь переходим к новинкам. Вернее, возвращаемся. Сейчас я вам, девчонки, покажу просто великолепнейшую брошь. Ее кто-то, насколько я помню, откладывал по фотографиям. Я в наш чат скидываю в WhatsApp фотки на заводе, если мне предлагают что-то. Я же не все могу выкупить и получить в Израиль. Некоторые вещи я просто пересылаю в группу фотографии и спрашиваю, брать или нет. Вот девочки откладывают. Вот эту брошь ажурную, совершенно с потрясающей. Мне настолько нравится. Вот она очень подходит под тот комплект, который был позавчера. Оля его еще отложила. Такой он, как весь проволочками, такой вот кружевная проволочка. Вот очень похож. Видите, это, кстати, между прочим, написано, что это покрытие позолотой 18 карат. Немножко мне это непонятно. Обычно золочение идет бескаратное, просто золотом. Почему должна быть каратность? Может быть, имеется в виду оттенок евро по золоту. Я не знаю, что значит по золоту 18 карат. По золоту должна быть, в общем-то, 24 карата. Она должна быть полностью золотом. Но я не специалист. Вот написано по золоту 18 карат. 7,61 грамм брошь, $59. Ее номер А68. Девочки, кто ее отложил, найдитесь, пожалуйста, либо мы ее выставляем в продажу. Я вам очень советую здесь силиконовую заглушку поставить. И только тогда надевать наконечник, чтобы такая шикарная штука у вас просто не пропала и не выпала. Вот кто-то из девочек уже написал мне с Украины, по-моему, что потерял розу таким образом. Расстегнулась, где-то упала. Девушки, это нам Светик Дубинская дала такую классную идею. Сначала силиконовую заглушку для серег и только потом закрывать. И тогда ваши брошки вам прослужат многие лето, что называется. Так, это А68, $59 ее стоимость. Хорошо. Далее. Значит, у меня имеется заказ, ребята. Это у меня был заказ, но там просили, в общем-то, остальные запчасти тоже, но пока пришло только кольцо. Значит, у нас, как вы помните, есть три разных варианта оттенков витражной эмали. И, соответственно, есть три разных варианта вставок. То есть янтарь бывает разного оттенка. Просили у меня фиолетово-желтое, но янтарь коньячный. И размер нам нужен был 16,5. Вот он пришел. 16,5. Коньячный. Это заказ. Номер А41. $36. Это кольцо. Вот, это девочка из Израиля, которая просила заказать для нее это кольцо. Такое же точно для девочки из России, для Лены. Чуть-чуть меньший размер у меня тут должно быть. Сейчас я его найду. Да, есть. Лен, по-моему, ты просила вот такое. Видите, это оранжево-зеленое. Второй вид расцветки витражной эмали. 16 размер. Та же цена, $36. Номер этого кольца А44.
То есть тоже это была просьба на заказ. Вот такая красота. Значит, у меня есть целый комплект. Я вам его сейчас тоже найду и покажу. В нем есть все 4 части, а тут даже, по-моему, и 5. Сейчас я выложу его. Вот он. Значит, комплект этот входит вариант фиолетово-желтый с зеленым янтарем. Смотрите, очень удобные серьги. Девчонки, все, кто покупал этот комплект, все очень довольны. И я получаю только положительные отзывы. И серьги сидят в ушах отлично. Значит, здесь у нас идет серьги $41, а 42. Масса 5,83 грамма. К этому всему делу есть кулон. Вы можете это все отдельно покупать. Это не комплектность, тут можно не соблюдать. Значит, фиолетовая с желтым и зеленый янтарь. Кулон 2,55 грамм. Цена его $29, а 73 его номер. Кому не нравится кулон, может докомплектовать с брошкой. Или просто отдельно брошку, если кого-то интересует брошка. Вот такая же. 2,78 грамм, $30, а 74. Сюда тоже советую заглушку вставить. Такая вот милашка брошка. Я не знаю, сколько видно. Я сейчас днем снимаю, освещение немножко не такое, как я люблю. Но делать нечего. И $33 кольцо, а 76, 18 размер. И ко всему этому делу есть браслет. Вот он. Браслет получился $52, а 75 его номер. Браслет с цепочкой. То есть можно его вот на такую длину максимально застегнуть. Витражный комплект. Очень популярный. Девчонки часто очень заказывают. И он довольно по цене бюджетно получается. За счет того, что он легкий, ажурный. Значит, золото здесь, ребята, розоватое. Вот такой янтарик. Так, девочки, у меня есть заказ чей-то на браслет. Может быть, это даже к кольцу был заказ, не помню. Посмотрим в записях. Значит, на браслет. Это у нас оранжево-зеленая, зеленый вариант с коньячным янтарем. Как они пишут, янтарь красный. $55, а 40 его его номер. Видите, я так любуюсь, как играет янтарик, в зависимости от того, какой его поворачивать. Это, девчонки, кто просил в заказ, пожалуйста, обращайтесь. Лен, может, это даже ты с кольцом заказала, я не помню. Может, кто-то отдельно браслетик попросил. Ну, вот он есть. Так, хорошо. Дальше. Также до гарнитур пришел к серьгам. Кто-то из девчонок попросил кулон и серьги, и кольцо. Значит, кулон. А59, $35, 4,42 грамма. Красный янтарь, как написано у нас, мы его называем коньячный. И такое же кольцо к этому набору. Мне вообще в этот раз много кулонов пришло отдельно, как до гарнитуры девочки докомплектовывают свои комплекты. А60, $46, 6,87 грамм, оно безразмерное, его можно, видите, это вот серьги, кто помнит, они идут вот такие же, как кулон, такие же точно. Белла, это, по-моему, такие серьги, как мы с тобой ищем, правильно? В отложке. Вот такой вот
комплект. Так что, девчонки, кто просил, обращайтесь. Так, хорошо. Дальше. Девчонки, это из серии наших любимых комплектов. Они бывают как на заводе «Янтарная волна», так и завод «Дарвин». У них похожие очень серии. Немножко там разные швензы, но в принципе идея похожая. Я продаю и как с того завода, как и с этого, то есть по-разному. Вот. В данном случае, что меня поразило, если честно, я, насколько помню, всегда это приходит оксидированное. В этот раз я обратила внимание, что этот комплект пришел родированный. То есть это уже, как говорится, более круто, мне кажется, роди позолота. То есть специально его оставляют в таком вот темном оттенке, темный роди позолота, чтобы просто вы имели в виду. Кольцо безразмерное, оно написано как от 17 до 19, его можно растянуть. А, не написано даже, но обычно пишут от 17 до 19. $68 серьги А53 10-16 грамм. Кольцо 6,34 грамма, а 52 50 долларов. Отличный срез, очень красивый, белого янтаря. Сейчас посмотрим. Ну вот оно у меня садится на 17-17,5. Его, соответственно, можно расширить до 19, не больше. Вот такой вот красивенький комплект. Еще раз, цена 68 и 50, и 50, родированный и позолоченный. Девочки, королевский янтарь, 5,48 грамм, вот такая вот, это ручник, штучная штучка, кулон. А42, цена $49. Видите, он по весу получается не тяжелый, поэтому такая довольно-таки неплохая цена для него. Кому нужно, забирайте. Тоже родий позолота. $49. А42. Девушки, позавчера видео был уже такой комплект, там было кольцо 18-19, и его забрала девочка с Украины, значит, сейчас, это был ее заказ, тут кольцо 18,5, так что посмотри, пожалуйста, что действительно мы заказали, 19 или 18,5, у меня получается два комплекта одинаковых, так что если кому-то нужно, можете один забрать. Он очень бюджетный и очень милый, классно смотрится. 4,80 серьги всего лишь грамм, а 63 номер, $38 серьги позолота. Этот 2,26 грамм, 18,5, $28 кольцо, А62 тоже. А63 и А62. С фианитиками вот так вот он будет смотреться. Для тех, кто любит нежные украшения. Крупные, хотя они такой же мелкий. Тонкие шинки, кстати, они всегда многомерят. То есть тут у меня на 19 палец он довольно-таки сел. 18,5 тоже не спадает, но, скажем, нужно иметь это в виду. Хотя бывает, девчонки делают и летний комплект, и зимний, потому что летом у нас руки отекают, наверное, на пол размера точно. А зимой наоборот. Ну, я имею в виду Израиль, конечно. В других странах, может быть, это не ощущается, так как у нас. У нас это очень большая разница. Влажность, жара, черешня, опять же, сезон добавляет объем в пальцы, так сказать. Так, девушки, дальше. У меня есть три очень интересных комплекта. Я их впервые вижу. Не устояла, как говорится. Сейчас я их все три разложу, мы будем их рассматривать. Они очень интересные и странные одновременно, и довольно недорогие. Значит, смотрите, тут просто идут кольца к каждому отдельно, чтобы не перепутать. Сейчас мы его вот так вот. А ты идешь
этому. Видите, я им делаю встреча на Эльбе, соответственно. Ты сюда иди. Ты сюда ходи, туда не ходи. А ты сюда иди в сторону. Ты у нас необычный и необыкновенный. Ты вообще идешь сюда. Видите, как я их всех построила. Сейчас мы их... Так, подожди. Ты отсюда. Да. О, все, разобрались. Значит, что тут происходит? Сейчас я вам покажу. Вот такой вот набор. Здесь идет очень тоже тонкая пластина янтаря, которая специальным образом не до конца дорезана для того, чтобы было видно, что есть ажурная изнанка. В некоторых комплектах это в кольце видно больше, в серьгах меньше, в некоторых наоборот. Вот, например, вот этот комплект, кстати, кольцо безразмерное, позолота желтое. О чем, собственно, нам и указано. $42 кольцо А67 безразмерное, $56 серьги А66, 6,67 грамм. Видите, здесь оно тоже не до конца, но чуть больше занимает площадь. Здесь чуть меньше для того, чтобы было видно, что это сеточка сзади. Это вот по типу того овального набора, только немножко форма другая, и он чуть-чуть дешевле получается. И легче, соответственно. 56 и 42. Значит, вот такие вот серьги. Так, кольцо на палец. Тоже его можно... Оно разъемное. Можно сюда, можно острием в эту сторону. Как вам нравится. Видите, оно немножко специально идет... вектор в бок. Так, это раз. Номер два. Все то же самое, только наоборот. Здесь в кольце чуть короче кончик янтаря, в серьгах чуть длиннее. Видите, специально, чтобы было видно именно сеточка. И здесь это идет А65. Я что-то как-то цену не написала. У меня это в накладной. Кого заинтересует, я посмотрю. Что-то не написала. Значит, здесь вот такая вот застежечка интересная. Видите, как указано? Прикольненько сделано. Интересно очень застежка. И будет классно сидеть на ушах вплотную. Для того, чтобы не потерять, можно, наверное, и заглушку сюда. Такие удлиненные гвоздики получаются. И кольцо тоже должно быть вектором в бок. Вот оно. Видите? Вот такая вот красота. Такая пластиночка. И видно прямо буквально все ее... весь рельеф. Так. И третий вариант, тоже тот же фокус, не до конца доклеены кусочки. Видите, тоже специально, чтобы было видно тыльную сторону. Видите, и уголочки все. И, соответственно, тоже оно безразмерное. Вот оно. И серьги острые вниз. Вот такой вот срез интересный. Мне очень понравилось, я решила, что нам обязательно, видите, белый королевский янтарь с прожилками, что у нас тут пишут. $44 А57, кольцо, серьги $58 А56. Вот такая интересная совершенно штуковина. Здорово. Вот еще раз вам покажу. Видите, как сделано.
целое. Тут рисунки можно видеть, рельефы. Так, девчонки, кто ждет шаблюль? Только что вот буквально начала снимать и постучали в двери и принесли огромнейшую коробку. Могу вам даже ее показать. Тяжелую, вот она. Это с шаблюля пришло. Будем смотреть там, что она сделала за то время, когда меня не было. Но пока досмотрим янтарь наш. Так, девушки, еще один новый комплект. Мне кажется, что я его уже видела раньше, но не помню. Подскажите мне, видали ли мы его или нет. Сейчас я его извлеку из пакетика. Так, вот, смотрите, какая интересная штуковинка. Тут, значит, идет кольцо. Видите, все красиво так обработано, и тыльная сторона. Это, ребята, роди позолота. Кольцо у нас идет на за $42 размер 18, А47. Серьги А48, $55, 9,31 грамм. Давайте мы померяем. 18. Вот так вот смотрится. Красиво очень. Лево-правая серьга, все как нужно. Молочный янтарь. Очень милый комплект листики. В прошлый раз он был вместе с брошью. Было кольцо, серьги и брошь. В этот раз у нас только серьги и кольцо. Вот оно. И сейчас я вам все расскажу. Значит, кольцо у нас идет на 18 размер, $36. Его номер А71. Серьги у нас идут 5,72 грамма, $40, А61. Это все, ребята, роди позолота. Смотрите, какой хорошенький. Набордки легкие, с одной стороны, с другой стороны очень милая молочный янтарь. Сейчас мы примерим. Что-то сегодня, девчонки, я серьги не меряю. Видите, оно вот так вот идет кольцо. В прошлом видео девочки сказали, что это правильная идея мерить серьги. Ну вот не в каждом видео получается, просто очень много показать вам сегодня есть что. Много чего. А я по времени сегодня не успею. Смотрите, вот так вот. Но если кому-то что-то нужно померить, в личку я вам сфотографирую без проблем в ушах. Кому нужно. Вот такой вот хорошенький листики. А61 $40 серьги. А71 $36 кольцо. 18 размер. Эти вещи можно, в принципе, разделять. Да, гарнитуру мне присылают, ну, как бы ждать нужно, но, в принципе, это не проблема. Это не ручники, которые, если ты поделил, так уже все, утеряна композиция. Тут, в принципе, можно дозаказывать. Очень всем нравятся перышки. Перышки постоянно я заказываю, их все время выкупают. Они бывают у нас уже и с коньячным, и с зеленым. Вот, по-моему, первый раз пришли перышки с молочным. Сейчас я вам их покажу. А вы скажете, видела я на девчонках, как они их носят, говорят, очень удобно. Очень удобные кольца и серьги шикарные. Он безразмерный, девочки, я не хочу растягивать. Значит, А45 $36. Черный роди позолота. Значит, ну, в данном случае он идет мне вот сейчас на 17,5. Но можно, соответственно, разнять его, раскрыть. И перышки, серьги к нему идут. Вот они. Серьги 4,70 грамм, А46 $38. Значит, кольцо получается $36, серьги 38, А46,
А45. Ребят, комплект бомбический. Он смотрится просто улетно, притом неважно в каком цвете. И молочный, и зеленый, и вот коньячный. Все смотрятся потрясающе. Это очень удачная модель. Пришли эти ночные серьги. В прошлый раз они были с кольцом, в этот раз вот одни серьги пришли. Кто кольца не носит, $38, А51, янтарь, соответственно, белый, позолота розовая. Такой casual, на работу ходить. И... Хотя есть девчонки, которые мелкие носят относительно и не обязательно на работу. А есть девочки, которые ходят в крупных украшениях на работу, в зависимости от работы. А есть, которые дома работают, которые вообще могут делать, что хотят. Такие, наверное, самые счастливые. Девочки, напишите в комментарии, кто работает из дома, вы довольны или нет, минусы и плюсы. Я просто, как вы понимаете, тоже работаю из дома. У меня вот интересно мнение окружающих, насколько это хорошо или плохо. Так. Значит, что еще я вам хочу? А, брошечку я чуть не пропустила, жар-птицу чуть не пропустила, очаровашечку. Смотрите, брошка, витражная эмаль зеленая-синяя, лимонный янтарь. Такая жар-птица, голову повесила, смотрит куда-то вниз. $32, А58, 3,14, число пи буквально, грамм. Вот, позолоченная, такая лапочка, янтарь желтый написано, эмаль позолота розовая. Еще с розовой позолотой пришли звездочки, значит, звездочки такие более такой молодежный вариант. Тут чего хорошо, что в какой-то момент жизни, если вам эти замочки надоедают, либо что-то с ним происходит нехорошее, это снимается, и любая швенза вам подойдет. Открывают их, нужно чуть-чуть надавить внутрь, и тогда откроется. Вот у нас вот такой цвет. Цена... $39 они получаются. Видите, за счет, наверное, швензы, которая съемная. В нее можно менять другие подвесочки. Звездочки. И есть, это А69. А А70 у нас такая же точно, только с молочным. Иди сюда. Вот он. С молочным янтарем. Вот такие штучки интересные. Швензы можно менять под разные, тоже может быть очень прикольные варианты. Можно, например, вот у меня есть кольца золотые, серьги в виде колец. Вот интересно попробовать, например, нанизать. Так, хорошо. Это мы тоже полюбовались, посмотрели это в сторону. Значит, что у нас еще здесь? А еще у нас, ребята, шарики пришли. Значит, кольцо А50, $35. Шарик, это тоже эмаль. Эмаль, янтарь, желтый, 4,38 грамма, 18 размер. И есть серьги к нему. Вот они. Недавно был такой набор. Так, девчонки, у меня батарея садится. Я боюсь, что не успею до конца вам снять. Если прервется, и я не попрощаюсь, не обижайтесь. Буду, как говорится, до последнего снимать. Значит, это у нас А49, $45, 6,57 грамм. И А50, $35, 18 размер. Вот такой классный совершенно набор. Шарики изумительные. Витражные. Витражная эмаль. Позолота, английский замочек. Так.
Ну, что успею, то успею. Осталось тут немного на самом деле. Кто из девчонок? Наташ, по-моему, ты просила, если я не ошибаюсь, да заказать тебе. Как ни странно, но Янтарная волна продает также украшения жемчугом. Вот кольцо в гарнитуру на 18 размер, 2,86 грамм, натуральный жемчуг, позолота розовая. Цена такого кольца $29, а 43. Это был заказ. Девочки, одиночное кольцо. Можно догарнитурить, но в принципе на будущее. Но в данном случае оно одиночное. 18 размер, $35. Это у нас зелено-оранжевая эмаль с коньячным янтарем. А79, $35, 18 размер. И есть такой набор, состоящий из кольца и серёг. Только расцветка другая. Вот такая вот. Это желто-синий с зеленым янтарем. Шикарные серьги, просто набор изумительный. К нему нет кулона, сразу говорю, я уже узнавала, только серьги, кольцо. $48, А78, 804 грамма. И кольцо к нему. Сейчас. Кольцо к нему, ребята, 19 размер, тоже в $35. Сейчас его даже извлеку. Вот оно, на 19 размер. То есть вот такой вот получается набор. Очень красивый. Что-то типа между бабочкой и цветком. Какой-то вот такой вот набивает. Так, ребят, ну я, если честно, практически уложилась. И единственное, что я вам хотела показать от балтийских узоров. Набор палладий позолота. Очень красивый. Это ручные работы. С корочкой. Полупрозрачный. Очень красивый набор. Раз мы уже про янтарь говорим. Вот такой вот. $47 кольцо. И $57 серьги. 8,49 грамм серьги. Масса. Вот. Все, ребят, прощаюсь. Очень быстро. Нет войне. Всем мира над головой. И самое главное, ребята, чтобы у всех все было хорошо и перестали гибнуть люди.